Всем привет. Ну вот прошло немного времени, там минут 5-10, и мы вывели средства с партнерской программы EPN, где мы там и кэшбэк, не кэшбэк, там, ну, крутая, короче, программа. Заходим в WebMoney, видим на моем счету уже $30. Пришли, давайте обновлю даже страничку. Только что вот пришли, вот недавно я прям выплату заказал, вот 21.85 видим. У нас пришло с EPN, видим, пришло. Вот он у нас личный кабинет EPN. Заходим вот сюда, вот смотрим. Только что я прямо это выводил. Здесь мой профиль. Вот буквально смотрим время. То есть вот 22 доллара и 3 вот сегодняшнее число. Так, время у нас тут московская, скорее всего, вот 41. Я заказал выплату, сейчас 58, деньги пришли. Статус тут еще не изменился, наверное, но деньги пришли. Прям вот классный. Да, вот. Нет, еще не изменился здесь. Вот видим, пришло, выплата пришла. Как бы этот кэшбэк рабочий вообще, и как партнерская программа рабочая. Так что регистрируйтесь смело. Только что я там в прошлом видео показывал, как я вообще это выводил. Здесь там ссылочка вот на этот сервис, там под тем видео, ну и под этим тоже я продублирую. Я показал там, как сюда добавить по ссылке, допустим, товар какой-то, допустим, батарейная ручка для фотоаппарата Nikon. То есть вам надо какой-то товар на Алиэкспрессе, там на Banggood, куча-куча магазинов, вы это делаете, и у вас будет кэшбэк просто обалденный. Там вот эти всякие Elite Shop, они не сравнятся с этим сервисом. Вот EPN — это прям сервис такой ништяковский. Видим, статистика, общая статистика, тут прям, ну, четко тут все отображается, какие покупки, кто сколько проходил там, кто сделал, кто не сделал. То есть, ну, все интересно тут, конечно, все выходит. Вот всякие есть адмитат тут долгий выход. И отсюда я сейчас в последнее время ничего не зарабатываю сильно тут. Ну так вот, копится. Тут вывод надо, во-первых, $22 ждать, когда они там придут, обработаются. Еще потом, когда выводишь, неделю там или больше ждешь, вот тут все прямо выводятся деньги, поэтому я решил сотрудничать. Также тут партнерская программа, тут вот здесь вот на этом ебейне, отличная, прям классная. Вот. Тут у нас мои площадки. Тут площадки сюда добавляете. Какие вот у меня есть YouTube площадки, там страницы ВКонтакте, где-то что-то какие-то. Тут для чего вы, ну, как заполняете, чтобы добавить площадку, чтобы модерацию прошла, чтобы вы спамом не занимались. То есть вот, нельзя это спамить, это только можно под своим контентом размещать, где-то там вот под видео, в своей группе ВКонтакте, на стене где-то, если вы будете у себя размещать, ну тоже там как-то в бан вы, скорее всего, уйдете. Вот на Ютубе вот самый классный трафик — это с Ютуба идет. То есть вы этот товар купили, он вам пришел, вы его распаковали, про него рассказали, для чего вы это сделали, про качество расскажите честно, вот своих зрителей не обманывайте. И все, ссылочку под видео я уже показывал на прошлое видео, там ссылка тоже вот здесь будет, подсказка. И все, размещаете под видео, сокращаете эту ссылочку, все, люди приходят там, вы даже сами по этой ссылке, когда покупаете там что-то для себя, чтобы сэкономить. И вот здесь вот получается приличный процент, то есть двойной кэшбэк получается. Либо можно так сделать, либо так. Ну, в общем, классно, ребята. Еще плюс по какой-то еще банковской карте будете покупать, там, я не знаю, там кэшбэки есть там от Сбербанка, там, ну, разные вещи есть. То есть можно солидно экономить и прилично, как бы, зарабатывать. Вот если вот у вас канал хотя бы такой, как у меня, вот, ну, 1000 подписчиков, и где-то там, ну, сколько-то там все равно из поиска, не с поиска бывает. Подписчики — это тоже ни о чем не говорит. Есть там накрученные. Я вот свой канал никогда не накручивал, так просто, ну, для себя снимал видео. Все говорю по рекомендации. Кстати, подписывайтесь на канал, если тут не, ну, пришли тут как-то случайно на это видео, вот как заработать там реальные деньги в интернете. Вот так вот реально зарабатывают вот все блогеры, у которых там где-то там, представьте, 100 тысяч подписчиков, да, их там видят, там просматривают. У меня видео такой скромненький канал, пока еще где-то видео, вот, выклал видео, там 25 просмотров, 30, 64 там за недельку, да, набирается. Есть видео, выстреливают какие-то там популярные, там в топ вылазят, там 86 тысяч, вот, допустим, видео,
И вот с него тоже кто-то что-то раз, я тут рассказал, как я технику свою апгрейд сделал фотоаппарата, там про микрофоны рассказал, ссылочки под видео, ну, на эти все, что я покупал, там где, ну, какие-то видео обзоры это снимаю. И все, ссылка есть, человек проходит, и как бы идут копеечки, плюс человеку идут, если он кэшбэком пользуется, если даже он кэшбэком не пользуется, все равно он по моей ссылке прошел, и мне какая-то, если он совершил целевое действие, как бы купил что-то на Алиэкспрессе, допустим, нажал на кнопку «Купить сейчас», ну и оплатил, купил что-то, какой-то товар, все, вам сюда вот зачисляется, как бы в кабинет, потом вот товар этот идет, вы его подтверждаете, там, ну, как пришел, не пришел, там, товар пришел, вы его подтвердили, и все, и деньги к вам зачисляются уже, Алиэкспресс зачисляет этому EPN, вот этой партнерской программе, классной, офигенной партнерской программе. И тут вообще куча магазинов, тут не только Алиэкспресс находится, тут вообще инструменты, тут куча магазинов, ну, все эти китайские магазины, там, все товары, какие-то там акции там проводятся, в общем, классно, классный сервис, всем рекомендую. Все эти вот литишопы, кстати, они вот, вот в таких сервисах они зарабатывают на других потом, представляете? Они, литишоп, он подключен, по сути, вот либо к этому VPN подключен, либо к Адмитату подключен. Это такие вот, как литишоп, вот они, наверное, зарабатывают где-то по 4 миллиона, наверное, за один день. То есть есть даже там вот CityLive, знаете, такая сетевая компания, она все через Адмитат работает, прикручен, то есть там, представляете, пакеты кто-то покупает, карты какие-то, входы там, и у Letyshop'а там что-то какие-то пакеты. В общем, по сути, им вот здесь какой-то кэшбэк сторонний зарабатывает в Адмитаде, отдает туда, либо там вот VPN он берет, интегрирован у них в платформу. Представьте, какая. И все эти деньги, они остаются, ну, вот, как бы, у таких вот других агрегаторов, как бы, каких-то других веб-мастеров. Нам же тут мы напрямую, получается, работаем сразу с Алиэкспрессом, и нам идет вот кэшбэк, приличное вознаграждение идет за какой-то товар, там просто двойной кэшбэк. Вы зашли, допустим, вот по этой ссылке и зашли, допустим, еще кэшбэк с другого там аккаунта как-то сделали, также с банка зашли, и вообще, ну, тут просто экономия идет прям солидная, то что-то вы взяли и выводится все прям моментально. У вас здесь $10 только на счету появилось, сразу раз можно выводить. Вот я вот так вот вывожу, вот статистика выплат, как бы, смотрите, показал. Только что вот на ваших глазах вот вывел деньги отсюда. В прошлом видео я нажал вывод, и мне вот пришло выплата. Вот у меня тут много раз было. Последний раз я вот $10, это вот 24-го неделька там, ну как, зависит, ребята, от того, сколько покупают у вас, там сколько переходов, сколько вы сами покупаете, и все это скапливается, там обработка, и идет уже вот сюда вот, на эту сумму сюда вот выплачивается. В общем, ссылочка будет на этот сервис в описании, на видео там какие-то, как заработать, на плейлист тоже в описании, смотрите, подписывайтесь на канал, если не подписаны, регистрируйтесь. У меня уже партнеры есть, подключились ко мне ребята умные, грамотные, 8 человек уже. Либо они экономят, либо они зарабатывают на YouTube-каналах, либо на своих каких-то ресурсах, на сайтах. И как бы денежки идут ребятам, денежки идут мне. Как бы мы все экономим на покупках, и все здорово, все классно. Всем удачи, до новых видео.